Дорогие друзья, приветствую вас на канале OpenDive. И в данном видео мы расскажем вам о компьютере производства компании DeepBlue, модель Cosmic Plus. Данный компьютер в первую очередь ориентирован на рекреационных дайверов, фридайверов и как измерительный прибор дополнительный. Давайте рассмотрим его поближе. Во-первых, что стоит отметить, в конструкции данного компьютера уже были учтены современные технологии и реалии, то есть возможно этот компьютер синхронизировать по Bluetooth с телефоном и производить почти все настройки, вообще даже все настройки этого компьютера, также обновлять его по Bluetooth. Здесь реализована уже батарея внутренняя, штатная, то есть производится зарядка при помощи USB кабеля, любая USB розетка, и собственно у вас компьютер заряжается. Никакие сервисные центры по замене батареи, потому что насела, вам не нужны. То есть на корабле это очень удобно. Также стоит ремешок из тканного материала, не из силикона или резины, которые под ультрафиолетом разрушаются, а очень прочная нейлоновая стропа. Длина ее рассчитана так, что сможете использовать даже сухим гидрокостюмом. По функционалу. Две кнопки. Правая, отвечающая за режимы, и настройки дополнительные на левой кнопке. Включим компьютер. Как вы видите, яркий и читаемый дисплей, основное меню часы, также режим дайва, фридайва, измеритель и режим синхронизации с режим локбука, прошу прощения, и режим синхронизации с телефоном. Это мы обратимся чуть попозже. Посмотрим на комплектацию. Как вы можете заметить, идет с очень удобным кейсом на молнии, который даже имеет дополнительное декольцо для того, чтобы подстегнуть. Внутри можем найти венгерочку дополнительную для крепления, а также сам зарядный шнурок и два стеклышка для защиты дисплея. Что стоит обратить внимание на зарядном шнурке? Здесь нет каких-то разъемов, которые внутренние, то есть невозможно случайно его сломать, просто магнитик и два контакта. Подсоединяем к компьютеру, и он садится на штатное посадочное место и производится как синхронизация с ноутбуком либо компьютером, так и зарядка. Также стоит отметить, для экономии заряда батареи реализован режим ухода в спящую, который можно также настроить на телефоне. Давайте поподробнее посмотрим синхронизацию с телефоном через приложение. Компания DeepBlue разработала приложение для настройки и управления компьютером. Данное приложение можно скачать как на Android, так и на iOS. Здесь регистрируйтесь, создаете ваш аккаунт, и вся ваша история, история ваших друзей доступна. Заходим в меню, ее девайс. Также помимо космика здесь есть дополнительные девайсы, то есть компьютеры. Вы можете добавить DeepBlue сам, SQUAPRO Aladdin, SQUAPRO Galileo 2, TUSовский DC Solar, также ShareWater доступны в различных модификациях. Синхронизация. Переходим в режим синхронизации и нажимаем на соединение. Вот, произошел поиск, и мы можем зайти в основные настройки Cosmo General. Дальше Cosmic Scuba Mod и Freediving Cosmic Mod. Основные настройки. Эмпирическая либо метрическая система. Режим измерения скуба, bottom, либо фридайв. Дисплей дата, то есть отображение актуальной даты. Соленость. Если производится погружение выше 300 метров режим. В скуба моде мы можем менять консервативность, парциальное давление. В AirMix мы можем поставить до 40% Nitrox. Глубинный. Сигнализация.
то есть до 50 метров. Время дайва также можем выбрать. Во фридайв моде также настройка по максимальной, текущей глубине, текущему времени. Вся информация прекрасно может храниться уже в самом приложении, и логбук вы можете вести и обмениваться с друзьями через это приложение. Спасибо за внимание и до скорых встреч!